Спасатель, доктор, строитель, кулинар. Попробовать себя в этих профессиях смогут воспитанники детского сада номер 59. Для закупки игрового оборудования учреждению выделили около 700 тысяч рублей из областного бюджета. При выборе советовались с родителями. Сегодня они пришли его оценить. У нас каждый год детским садам выделяются денежные средства на закупку нового игрового оборудования. Детские сады могут выбрать, или это закупка оборудование для помещений, или для улицы, или для спортивных занятий, в спортивный зал, или же на улицу. Деньги выделяют каждому детскому саду округа из расчета более 1500 рублей на одного ребенка. Дети игрушки уже увидели, правда, в запакованном виде. Ольге Заякиной о новых игровых наборах с восторгом рассказала 5-летняя дочь. Сейчас она может изучить все сама. Такие красочные, яркие, с какими-то вот, да, звучаниями. Я так понимаю, что здесь она даже звучит. Должна. Ну, мне очень нравится. Как думаете, вашей дочке понравится? Я думаю, что ей понравится. У нее, ну, практически так, скажем, наподобие есть дома такая игрушка. Она с большим удовольствием играет в нее. Я думаю, что в саду тоже будет прям счастье. В настоящий момент в городском округе почти 60 детских садов, в которые ходит 15 тысяч детей. В скором времени каждый из них сможет порадоваться новым игрушкам. Ксения Брагина, Дмитрий Бадыров, служба новостей.